построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов. Под этим девизом в Баку прошел Всемирный форум по межкультурному диалогу. В его работе приняли участие высокопоставленные официальные лица из более чем 100 стран. Руководители свыше 30 международных организаций провели обсуждение за одним столом. Участники выразили признательность правительству Азербайджана за высокий уровень организации форума. Дискуссии были действительно интересные. У меня была возможность принять участие в панели вместе с 14 молодыми лидерами, которые осуществляют проекты в области социальной инклюзии, образования, борьбы с экстремизмом. Я думаю, что форум — прекрасная возможность показать все наши усилия, рассказать о своей деятельности, которая была проделана в сфере образования молодежи, в сфере социальной инклюзивности, создания возможностей для студентов, которые не могут продолжать образование из-за финансовых трудностей. На форуме прошли три основные пленарные сессии на темы управления разнообразием, многоуровневое и многостороннее сотрудничество, молодежь во имя мира, формирование сил, противостоящих агрессивному экстремизму, и миграция, смена места и безопасность человека. Были заслушаны многочисленные доклады, проведено более 20 различных мероприятий, в том числе круглые столы. Все сессии транслировались в прямом эфире посредством веб-сайта ООН. Эти мероприятия, по мнению участников форума, имеют большое значение в достижении мира и равенства, взаимного доверия и взаимопонимания на планете. Я здесь впервые. Надо признать, что многие сессии были посвящены действительно ключевым вопросам. Дипломатия во имя достижения мира имеет большое значение. С этой точки зрения это прекрасно, что данная тема также стала предметом обсуждения. О возрастающей значимости Всемирного форума по межкультурному диалогу также говорит число его участников. В первом по счету форуме принимали участие представители 40 стран. В нынешнем году число стран-участниц достигло 135. Всемирный форум по межкультурному диалогу был также отмечен в ежегодном отчете ООН в качестве ключевой платформы. Напомним, форум прошел в Баку уже в пятый раз. За это время за Азербайджаном и его столицей прочно закрепился статус общепризнанной платформы для обсуждения глобальных вызовов. Страна придает исключительное значение донесению до мировой общественности необходимости продолжать и развивать межкультурный диалог. Гюльзар Мустафаева, Шамистан Мамедов, Лейла Курбанова, CBC.